Привет, ребята! Очередной отчет с ремонта в гостинице Черемшан. Практически зал подходит к концу. Вот эта стена уже хорошая становится, нормально все. Все закрыли, все сделали. Привет, Мини. Привет. Мини, привет, что помираешь? Привет. Да не помираю я. Привет. Клей, привет, Мини. Привет. Чего? Хватит передразнивать. Клеем надышалась. Ага. Ты думаешь, я это прям в эфир пущу, да, вот эту дурь твою малолетнюю? Клеем надышалась она. Ну, мы же клеем. Клеем. Обои. Да, ну, в общем, да, нормально уже такой, ну, чистенький относительно вид. Завтра еще у нас пойдет покраска окон этих страшненьких и батареи. И с залом практически будет все нормальненько. Да, Мини? Да. Ну давай, подойди сюда, расскажи что-нибудь. Что? Дурацкое. Дурацкое? Да. Да, сегодня репетицию отменили, и я танцевать не буду. Так, отменили репетицию. Да. Вот. Потому что испугались того, как ты танцуешь. Нет. Нет? Нет. Я просто не хотела на эту репетицию. Вот, и ее отменили как будто по моему желанию. Ага. Репетиция того танца, который ты вон там на видео, да? Да? Нет, там уже эти танцы поменяли раз три, наверное. Да? Да. То есть другая песня там, и другой танец. Да, там песня героин. Че? О, героина, Паразировать? Кого паразировать? Я уже все. Хватит паразировать. Я сегодня на одной паре не поспала. Паразировать, ребята, новое слово зашло в мир. Хватит паразировать. Паразировать? Я просто одну буковку перепутал. Все, не паразируй меня. Поняла? Так, ну вот, в общем, о чем я. С этой Мини нафиг. Все, закрываем тут чуточек и ништякуленько здесь будет в самой комнате. И перейдем туда на кухню. Так, ты что свою моську наглую закрыла? А? Открывай, чтобы тебя планета могла лицезреть, как ты паразируешь на... Да, паразитирую. Да, вот такой ты паразирующий элемент. Все, за окном темно, окна вспотели почему-то. Мини, почему окна вспотели? А? Прошу меня извинить, но эта информация не есть. Вот, а теперь самое главное у нас является наличие конфет. Вернее, их отсутствие. Вчера я показывал. Тут целых полторы. Вчера было дофига здесь конфет. А здесь теперь полторы. Вот, все, что понятно, осталось. Кто их съел. Я съел штуки две. А у меня еще две. Угу. Все, вот так вот чистенько становится, более-менее нормальненько. Все, да. Перерыв закончен. Мы работать. Да. Ой. Ну что, как продвигается Мини? Нормально. Все нормось, да? Давай, скажи, как тот этот балбес. Нормально? Нормально. Нормально. Так. Маш, давай. Да мажу, я мажу. Лучше маш. Да лучше маш. Вчера плохо мазал. Вчера я плохо мазал? Да, сегодня измазал так, что весь клей уже закончился. Ребята, осталось чуток. Так, в общем-то, стена готова. Дын-дын-дын-дын-дын. Дын. Вот низ чуть-чуть осталось. Вот на этой стеночке полдосочка. И все. С обоями все. Да? Да. Мини-маус. Да. Ну? Что? Что? Что скажешь? Что ты мне в ведро пустое суешь? Она не пустое, тут еще клей есть. Да? Да. Торжественно закончили поклейку. Или как сказать? Наклейку. Как правильно? Короче, закончили клеить обои. Да, вот так проще. Все.
Чистоган. Чистоган. Полный чистоган. И бесповоротный. Ну смотри, небо и земля, да, если что было, что как было, как стало. Как светло, как стало. Клево, да? Да. Да, конечно, чисто стало. Все. Даже вон под подоконниками. Да, везде все поклеили, все да. Четко. Даже под батарейки. Подрезать еще вот по низу. Завтра мини сделает это. Да. Подрежет. Да? Да. Да. Устала? Да. Есть маленькая, да? Ага. Сегодня что-то как-то, да. Что-то, ну, прям маленькими обрезать. Да, вот эти маленькая фигня, вот это вот она хуже, хуже, чем вот эти вот полотнаны, да? Вот ага. Взял, намазал, бабах, 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 бабах. Ну и все. А вот с этой штукой, блин, тут отрез, там отрез, мелочевка какая-то, короче, она. Здесь подравнивает, там подрезать. Задалбливает. Ну вот, такая петрушка. Мы с тобой заслужили поход в кино. Да. Yes? Yes. Yes, давай пять. А так вот. Вот так. Все. Бай-бай. А мы в кино. Пока. Ай, подожди, ты. Вот, сейчас ты прояснилась. Давай, говори пока. 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 Я. Да. А зачем меня передразнивать, а? Давай я поломаю, а? Ну. А мне лучше язык. Да? Вон и что. Да. Все, я заканчиваю трансляцию. Все, ребят, пока-пока. Пока-пока. Thank you.